Добро пожаловать на «Аэробику стриптиз». Программа, которая сделает ваше тело красивым с помощью танца и внесет остроту в вашу жизнь. Чем лучше вы будете выглядеть, тем увереннее вы будете танцевать стриптиз. Второй диск представляет специальный комплекс упражнений, который сделает ваше тело совершенным, и вы не будете стесняться сбрасывать с себя одежду. Стриптиз кажется совсем несложным, но если вы делаете все правильно, это тяжелая работа. Чем сильнее ваше тело, тем большее разнообразие в движениях вы сможете себе позволить. Специальный курс аэробики рассчитан на то, чтобы укрепить именно те мышцы, которые нужны для выполнения именно тех движений и элементов стриптиза, которые представлены в моей серии «Аэробики стриптиз». Этот диск представляет поэтапную тренировку. Нам придется серьезно поработать. Мы начнем с разогрева. Мы задействуем плечи, бедра, ноги, руки, спину и пресс. Будут работать все ваши мышцы. Мы сожжем сотни калорий. Поверьте мне, эта тренировка даст серьезную нагрузку вашему телу. Следующий этап – это работа на полу. Эти упражнения помогут сформировать мышцы пресса. Вы потеряете 1000 калорий, пока будете работать над тем, чтобы сделать ваши руки, ноги, грудь и талию более сексуальными. Потом мы перейдем к выполнению 3 коротких серий упражнений, которые помогут вам поработать над 3 самыми проблемными зонами – верхняя часть спины, ягодицы и талия. Занимайтесь не менее 3 раз в неделю, чтобы поддерживать себя в великолепной стриптиз-форме. Этот диск построен таким образом, что вы сможете работать по индивидуальному графику согласно вашему расписанию и уровню подготовки. Сами можете выбирать музыку, под которую хотите танцевать. Уникальная организация меню и разбивка сюжетов сделает ваши тренировки еще более удобными. Таким образом, курс аэробики стриптиз полностью индивидуален. Второй диск является прекрасным дополнением к остальным дискам нашей серии аэробики стриптиз. Первый диск научит вас основам стриптиза. Третий диск поможет вам на практике применить и вывести на новый уровень те движения, которым вы научились на первом диске. И к тому же мы добавили костюмы. Четвертый диск научит вас самому красивому и сексуальному стриптизу. Это танец на стуле, лэп-дэнс. И пятый диск, мой любимый, это специальная хип-хоп-аэробика. Кем бы вы ни были, но моя аэробика стриптиз заставит вас зашевелиться. Поехали! Пришло время привести тело в порядок. Неважно, какой у вас сейчас размер, вы будете качать и растягивать ваши мышцы. Эту тренировку вместе со мной проведет фитнес-тренер Майкл Карсон. Желаю удачи! Кардиоразминка. Чувствовать себя сексуальной – это значит быть уверенной в себе. И чем больше мы будем работать над телом, тем больше вам захочется танцевать, и тем меньше вы будете стесняться. Встаньте с дивана, приготовьте бутылку воды и пару полотенец, потому что пришло время попотеть. Привет, Кармен. Как дела? Ты готова? Готова. Она готова, я готов, пора начинать тренировку. Мы укрепим пресс, ягодицы, верхнюю часть тела, все тело. После этой тренировки вы будете чувствовать себя уверенными, сильными и сексуальными, да? Ну, хорошо, тогда начнем. Сгибаем немного колени и делаем глубокий вдох. И поднимаем руки высоко, на выдох опускаем руки и снова поднимаем руки высоко вверх и вниз. И еще 2 раза. Вверх и вниз. И еще раз. Вы опускаете руки, складываете их вместе у груди и наклоняете корпус вперед. Локти к ногам и присаживаемся. Каждый раз, когда вы присаживаетесь, следите за тем, чтобы спина была прямой. Вы как будто пытаетесь рассмотреть, что происходит за замочной скважиной. То присаживаетесь, то встаете. И еще 2 раза. И последний раз. Руки вверх и обратно. Вверх и обратно. То есть, когда мы поднимаем руки, наши бедра уходят вперед. И не забывайте о дыхании. Ты чувствуешь напряжение? Да. Ваши мышцы просыпаются. И еще один сет. Дыхание сбивается. Это очень важно. Многие люди забывают о дыхании. Эти упражнения работают лучше, если вы правильно дышите. А теперь в сторону. Сюда. Вверх. В другую сторону. И вверх. Следите за спиной. И подъем, и в сторону, и выдох. И каждый раз, когда ваш корпус наклоняется, выдыхайте. Руки вверх и вдох. Очень важно, чтобы ваши мышцы получали достаточно кислорода. И последние 4 раза. 2. И повторяйте за мной. Мы переступаем с одной ноги на другую и при этом сгибаем руки в локтях. Так мы даем нагрузку на плечи и верхнюю часть тела. Нижняя тоже работает. А теперь руки вместе и вращайте из стороны в сторону. Вот так.
Мы тянем косые мышцы живота, даем нагрузку на внешнюю поверхность плеча и не забывайте дышать. Еще один сет, и мы будем вращать руки по большому кругу. Сейчас вы увидите, о чем я. Осталось 4 раза. А теперь смотрите, что я буду делать. Круг и круг. Делайте движение медленно, слегка присаживаясь на колени. Вниз, дышите, и вниз. И каждый раз выдыхайте. Последние 4 раза и меняем направление. Тянитесь вверх, последний раз руки вверх и меняем направление. Ты чувствуешь? Да. Еще 4 раза. Руки работают. Это точно. И еще 2 раза. Оставляем руки наверху и переносим руки перед собой. А теперь тянем в сторону ту одну, ту другую. В сторону и вместе, в сторону и вместе. А теперь быстрее. Начали. Держите руки на уровне плеч. Не опускайте локти. Плечи прямые. А теперь замедляем движение и меняем направление. И еще 2 раза в этом темпе. А теперь быстрее. Начали. Назад, назад. Хорошо, хорошо. И еще один сет. 4, 3. А теперь обе руки одновременно. Назад, назад. И следите за плечами. Движения четкие и быстрые. И еще несколько раз. После этого мы займемся разогревом нижней части тела. А пока продолжаем движение, которое я называю вертолет. Вот бы меня унес этот вертолет. Не удастся сбежать. А теперь вниз и по кругу, вниз и по кругу. Это движение позволяет нам проработать мышцы ног и косые мышцы живота, от которых зависит состояние нашей талии. Следите за высотой рук. И еще один сет, Кармен. Еще 7 раз. Хорошо. 6. Последние 4 раза и прибавляем ногу. Кармен обожает это упражнение. То же самое с ногой. Переносим вес тела на ногу и возвращаемся в исходное положение. Выпрямляйте спину, руки держите вместе. Двигаемся в бодром, стабильном ритме. Еще 8 раз и закончим. Хорошо. Очень хорошо. Последние 4 раза. Это хорошее упражнение для ваших бедер. Еще, встали и снова. И меняем направление. И каждый раз к колену и вверх. К колену и вверх. И еще. Хорошо, хорошо. И еще один сет. 8. 7. 6. Еще 4. Следите за дыханием. 2. И из стороны в сторону. Так, переведите дыхание и снова вернемся к разминке. Сейчас мы выпрямим спину. Повыше поднимем руки, ноги поставим на ширину плеч. А сейчас я объясню. Ты должна соединять лопатки вместе, а затем расслаблять их. Соединять и расслаблять, соединять и расслаблять, соединять и расслаблять. Ну, это очень просто. Так, приготовились, хорошо. Ну. А теперь следи за моими руками. Продолжаем также работать лопатками и при этом добавляем руки. Назад и соединяем, назад и соединяем. Хорошо. Хорошо. 2. Так. А теперь мы также продолжаем работать лопатками, но меняем направление движения рук. Соединяем, но при этом разводим руки в стороны. Чувствуешь, как работают плечи? Да. Старайся все время контролировать спину. Она должна быть прямой, иначе упражнение не будет работать. И дыши правильно. Еще 4 раза. 4. 3. 2. И оставляем руки на уровне плеч. Теперь подносим ладони к груди и расставляем широко пальцы. Сжимаем их в кулак и разводим с усилием руки. Да, снова расставляем пальцы, кулак и разводим руки. А теперь быстрее, вместе. Разводим вместе, разводим вместе. И еще 4 раза. 4, 3, 2. Опускаем руки и вращаем плечами вперед. Медленно. Позволим нашим мышцам отдохнуть. Потянем их после нагрузки. Вот, хорошо. Расслабление, расслабление. 3. 2. И меняем направление назад. Хорошо.
Очень хорошо. Мы хорошо размяли наше тело, мы должны были сделать это. Никогда не пренебрегайте разминкой, потому что последующий комплекс упражнений достаточно сложен, и ваши мышцы должны быть хорошо подготовлены к нему. 6, 5, еще 4 раза. 4, 3, последние 2 раза, и возвращаемся к работе. Так, теперь соединяем вместе ноги, руки вверх и продолжаем. 1 и 2. 1 и 2. Когда ваши руки соединены вместе, вы еще лучше прорабатываете мышцы груди, пресса и всего корпуса. А также мы поднимаем ногу и открываем бедра. Таким образом усиливаем нагрузку на ноги. Вниз и вверх. Вдох и снова вдох. Никогда не забывайте о дыхании. После мы сделаем еще одно очень эффективное упражнение. Мы сегодня очень хорошо поработаем над областью ваших бедер. Хорошо. И еще 6 раз. Последние 4 раза. В хорошем ритме. Садимся, встаем. И последний. А теперь из стороны в сторону. Так, ну, давайте немного отдохнем. Позволим нашим плечам расслабиться немного. Можете потрясти руками. У нас впереди еще один сет. 3, 2, ну и начали. Вниз, вверх, вниз, вверх. Дышите. Каждый раз. Так, и вверх. Хорошо. Следите, чтобы ваши колени стояли в правильной позиции. Садитесь достаточно глубоко, открывайте бедра, чтобы мышцы таза и ягодицы получали хорошую нагрузку. Это очень важно. Если вы все делаете правильно, это упражнение очень скоро сформирует красивую линию бедер. Так, еще 4 раза. 2 и 1. Вот так. Хорошо, продвигаемся. Немного передохнем. Ноги чуть шире плеч. Ставим руку вот так, ладонь на одной линии с плечом. Кладем другую, разворачиваем корпус. Туда и обратно. Туда и обратно. Так, быстрее. Мышцы пресса напряжены, колени слегка согнуты. Вот эти мышцы работают, чувствуешь? Следи за спиной. Ну, молодец, молодец. Постарайся делать это упражнение с большей амплитудой. Еще и еще. А дальше мы поработаем над спиной. Какая нагрузка? Мышцы спины очень хорошо работают. 4, 3, 2, 1. И стороны в сторону. Расслабимся. Еще 4 раза. И повторим упражнение в другом направлении. Расставляем ноги. Перекрещиваем пальцы. Вот так. И еще. Руки надо держать так или можно... Нет разницы, как тебе больше нравится. Главное держать их на уровне плеч, потому что в таком положении у нас очень хорошо работает пресс. И кроме того, наши руки тоже работают. Я обещаю, вы потеряете не 1 килограмм, если регулярно будете заниматься вместе с нами. Еще и еще. Нас ждет еще один сет. И 4 раза. Если будете заниматься, все будет хорошо. 4, 3. А теперь смотри, что я буду делать. 1, 2, 1, 2. В хорошем ритме. Ужас. Это точно, не забывай улыбаться. Работайте мышцами пресса. Очень хорошо, очень хорошо. И еще несколько раз. Отлично. 8, 6, 4, 3, 2, 1. Очень хорошо. Мы закончили разминку. Сейчас мы перейдем к упражнениям на полу. Так что возьмите бутылку воды, пару полотенец, вам это понадобится. Упражнение на полу. Перейдем к упражнениям на полу. Надеемся, вы приготовили воду и полотенце. Выпили пару глотков воды, пришли в себя. Мы это сделали, стало намного лучше. В этом комплексе упражнений мы поработаем над прессом, ягодицами и над верхней частью тела. Начнем с ягодиц. Хорошо. Встаем на локти и на мыски ног, причем ноги на ширине плеч. Бедра должны быть на весу. Поднимите бедра настолько высоко, насколько вам будет комфортно их держать. И поднимаем ноги. И поднимаем одну ногу, а потом другую. Отлично. Продолжаем в том же ритме. Когда вы поднимаете ногу, ваш корпус разворачивается, то есть это упражнение также работает над вашим прессом. Это очень важно. И вдох, и выдох, и снова, и еще 4 раза. 3, 2, 1. Встаньте на колени и потяните хорошенько спину.
О, так, хорошо. Да. Хорошо, еще пару секунд, и мы вернемся к нашим упражнениям. Итак, поехали. Теперь мы встаем на локти, соединим руки, встаем на колени и толкаем ногу назад. К себе от себя, к себе от себя. Отлично. И не забывайте, мы не ставим ногу на колено, мы подносим ее к груди и выпрямляем назад. Следите за правильностью выполнения упражнения. Дышите. От себя к себе. От себя к себе. Ну как, ты чувствуешь? Говорить не могу. Да, она погружена в работу. А мы следим за дыханием. Это хорошо. Надо полностью погружаться в тренировку. И еще 4 раза. Последние 2 раза и переходим к другому упражнению. А теперь задерживаем ногу наверху и заносим ее в сторону крест-накрест. И снова поднимаем в сторону вверх и вниз. Вверх и вниз. А сейчас я покажу вам, как работает это упражнение. У меня есть причина остановиться. Когда вы поднимаете ногу, работают мышцы бедра. Мы очень много работаем с этой зоной. Подъемы ног, вращения, все это помогает нам укрепить мышцы бедер. Еще 4 раза. 3, 2. Оставили ногу. Согните ногу и толкайте. Чуть быстрее. Ну как ты себя чувствуешь? Все хорошо? Нога трясется. Ну, осталось совсем немного. Ну, терпи, терпи, терпи. Еще 4 раза. 4, 3, 2. Замерли. Поставили ногу и потянулись назад. Хорошо. Правда? Отлично. А теперь возвращаемся в исходное положение. Руки вместе. Согнули ногу и выпрямили. Согнули и выпрямили. Каждый раз, подводя ногу к груди, делайте вдох, выдох, вдох, выдох. Если вы правильно выполняете это упражнение, вы должны вспотеть. Это упражнение дает очень хорошую нагрузку на ягодичные мышцы. Еще 6, 5. Как у тебя дела? Ты работаешь? Работаю. Ну и последний раз. И задерживаем ногу наверху. Ставим крест на крест и поднимаем. Колено должно быть зафиксировано все время? Да, колено всегда прямое. Хорошо. Если вы устали, вы можете согнуть ноги в коленях, потянуть, расслабить их и затем снова вернуться к упражнению. Нам осталось еще 4 раза. Последний сет. Итак, 4, 3, 2. Ну, остановились. Давай, остановились. Наверху согнули колено и толкаем. Толкаем вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. У меня мышцы уже горят. Видите, какие хорошие упражнения? Осталось 8. Теперь 6. И последние 4, 3, 2. И поставили ногу. Тянемся и глубоко-глубоко дышим. Еще раз. Встали на колени, оторвали ноги от пола, руки на ширине плеч, даже чуть больше ширины плеч. Расставь их. Вот так? А теперь вдох и выдох. И выдох. Как у тебя дела? Молчит. Еще 4 раза. 3, 2. Последний раз. И снова потянем мышцы. Так. Руки тяните как можно дальше. А теперь поработаем над боковыми мышцами. Так, ложимся на бок. Ноги должны быть вместе, колени прямые. Ваши плечи, бедра и ноги во время упражнения будут на одной прямой линии. Поработаем над косыми мышцами живота. Будем поднимать корпус вверх. Мы тянем среднюю часть тела вверх. Следите. Нам помогают наши плечи. Хорошо. И еще 1 раз. Теперь мы поднимемся и остановимся. Медленно вытянем вверх руку. И также медленно приведем в исходное положение. Ну, 4 секунды, передохнем. Тебе понравилось? Хорошее упражнение. Очень хорошее. Мы сделаем его еще 1 раз. Медленно поднимаем руку и опускаем вниз. Так. Хорошо. А теперь мы перевернемся на другой бок. Проследите, чтобы ваши колени были прямыми, а плечи, бедра и ноги лежали на одной линии. Рука лежит вдоль бедер. И поднимаемся раз и вниз. Толкайте себя мышцами. Подъем. Как у тебя дела? Пытаюсь справляться. Ну, молодец. Еще 1 раз. Не забудьте остановиться. Останавливаемся и медленно ведем руку вверх. И также медленно вниз. И опускаем. Делаем глубокий вдох. И еще раз.
И последний подъем. Ведем руку вверх и вниз. Расслабьтесь. Ну ты отдохни, а я покажу еще одно упражнение, которое мы будем делать позже. Мы полностью выпрямим руку так, чтобы все наше тело стояло ровно на одной линии. И снова будем поднимать руку вверх над головой и медленно вниз. Но мы вернемся еще к нему. Хорошо. Разворачиваемся, ложимся спиной на пол, сгибаем ноги в коленях. Сейчас мы будем работать над бедрами и талией. Мы будем толкать их вверх. Итак, давай, поехали. Толкаем и медленно опускаем вниз. А теперь немного быстрее. Вверх и вниз, вверх и вниз. Следите, чтобы ваши бедра поднимались на достаточную высоту. Вверх и вниз, вверх и вниз. Когда вы поднимаете бедра, не забывайте делать вдох, чтобы ваши мышцы получали больше кислорода. Вверх и вниз. Отлично. И еще один сет. Ты чувствуешь? 8, 7. Многие люди думают, что это упражнение выполняется только мышцами пресса. А вот это неверно. У нас очень хорошо прорабатываются мышцы ягодиц. Еще 2 раза. И 1. И теперь поставьте одну ногу на колено другой. И будьте теперь очень аккуратны, чтобы не упасть. Мы будем делать те же подъемы вверх и вниз. Понятно? Вверх и вниз. И не забывайте о дыхании. Отлично. Ты правильно дышишь? Да. Вверх и вниз. И еще 4 раза. 4. И вниз. Вы чувствуете, как работают мышцы на ноге? Большое напряжение. Не надо слишком высоко поднимать бедра. Вам должно быть комфортно в этом упражнении. Тебе удобно? Да. И вниз. Небольшая передышка и в другую сторону. Еще 2 секунды. Вверх и вниз. Вверх и вниз. Не давите ногой на колено. Не надо делать лишних усилий. Еще 4 раза. Дышите. И вниз. 3. И вниз. 2. И вниз. И еще раз. И вниз. Поднимем бедра. Позволим им расслабиться. Хорошо. Возвращаемся в исходное положение. Соединяем колени вместе, кладем руки на живот. Прижимаем спину к полу. Делаем глубокий вдох и выдох. Сейчас мы будем делать еще одно упражнение. Внимательно посмотрите. Выпрямляем ноги в коленях. И медленно возвращаем на пол. Выпрямляем и ставим на пол. Я поднимусь и покажу на Кармен кое-что. Прижимаем спину к полу. Прижимаем спину к полу, выпрямляем ноги. Вы должны чувствовать напряжение в ногах, в мышцах пресса, в бедрах. Старайтесь не опускать ноги, выпрямляя колени. Есть напряжение? Да. Ну хорошо. И еще несколько раз. Несколько, значит 4. Я был несколько неточен. Еще 4 раза. Так. Хорошо. И еще раз. Отлично, все хорошо. Теперь подними ненадолго бедра и потяни мышцы. Так, опустись на пол. А теперь подними ноги согнутыми в коленях и расставь в стороны руки. Вот так. Хорошо, хорошо. Угол в коленях должен быть прямым. Ступни тоже поставьте под прямым углом. И опускайте их в сторону. Так, а теперь в другую. Это упражнение я называю тик-так. Это очевидно. Мы двигаемся как часы. Очень хорошо. Ну, старайтесь как можно дольше опускать ноги. Тогда упражнение будет максимально эффективным. Хорошо, еще раз. Только не опускайте ваши ноги на пол. Просто тянитесь к нему. Так ваши мышцы будут работать с большей отдачей. У меня получается? Ну, ты молодец. Вы можете делать это упражнение быстрее или медленнее. Выберите ту скорость, в которой вы будете чувствовать себя комфортно. Я чувствую, как хорошо тянутся мои мышцы. Да, у вас должно быть ощущение подтягивания. Вы одновременно и тянете мышцы, и заставляете их напрягаться. Это очень хорошее упражнение во всех смыслах. Если не получается, сразу не расстраивайтесь. Все получится, я вам обещаю. Еще 3 раза. Хорошо. И последний раз. А теперь прижмите колени к телу и потяните мышцы. И сделайте 2 глубоких вдохов. Еще раз.
Хорошо. А теперь поставьте ноги на пол и прижмитесь локтями к полу. Почувствуйте ваши плечи, локти, бедра. Вы должны как бы отталкиваться от пола. Но при этом не отрывайте корпуса от пола. Вы просто должны стремиться сделать это. Тело все время в одном положении. Напряглись. 4, 3, 2, 1. Расслабились? Ты расслабилась? Да. Так, снова оттолкнитесь от пола. Продолжайте. Во время этого упражнения мы хорошо прорабатываем мышцы спины и плеч. И 3, 2, 1. Расслабились. Хорошо. А теперь сели. Руки поставили в стороны, ладони смотрят в направлении восток-запад. Это будет исходное положение. Я не уверен по поводу востока и запада, но они должны смотреть в противоположные стороны. А теперь отрываем бедра от пола и снова ставим на пол. И поднимаем, опускаем. Поднимаем, опускаем. Поднимаем, опускаем. Понятно? Это упражнение направлено на формирование пресса и ягодичных мышц. Хорошо, следи за дыханием. Вдох, выдох, вдох, выдох. И еще 4 раза. 4, 3, 2, 1. И снова ложимся на пол, прижимаем колени к груди, лежим так несколько секунд. И снова садимся на пол, расставляем руки в стороны. Пальцы на восток и запад. Только теперь мы вытянем вперед одну ногу и поднимем бедра. Ну, еще раз. Хорошо, поработайте над упражнением. Отлично. У вас все получится. 4. Тебе нравится? Да. Да, и еще раз. Опускаемся вниз, вытягиваем другую ногу. Так, ты готова? Да. Тогда поднимаем бедра. 8, 7, 6, 5. Еще 4 раза. 4, 3. Я чувствую. 1. Ложимся. Ноги трясутся, но это же хорошо, да? Ну, такое может быть. Если ваши ноги трясутся, значит, вы дошли до предела возможностей ваших мышц. Это хорошо. А теперь покачаемся немного. 3 раза. А теперь мы перевернемся и встанем на руки и колени. Едва ли найдутся люди, не привыкшие к этой позе. Что мы будем делать? Мы будем поднимать противоположные руку и ногу. Итак, мы поднимаем правую руку, левую ногу и опускаем их. И другая рука вверх и вниз. Видите? Так. Когда я поднимаю руку, все мое тело выпрямляется. Оно тянется за рукой. Мышцы растягиваются. Ты чувствуешь, как вдобавок и пресс работает? Смотрите, когда Кармен поднимает руку и ногу, работают косые мышцы живота. Вверх и вниз. Вверх и вниз. Хорошо. 6. Вниз. И еще 4. 4. Тянись как можно дальше. Нога должна быть прямой. И еще 1 раз. А теперь оставляем руки на полу и двигаем плечами вверх. Вниз. Вдох. И вниз. Еще 2 раза. Когда поднимаете плечи, делаете вдох. Опускаете – выдох. Снова поднимаем медленно плечи и опускаемся. А теперь твое самое любимое упражнение – отжимание. Отжимание, стоя на коленях. Трудно. Да, встали на колени, оторвали ноги от пола, сзади проверили корпус и наклон, и вниз, медленно. Так, медленно вниз, а также вверх. Ну и еще 2 раза. Отлично. Лучше начинать медленно. А теперь немного быстрее. 8, 7. Вы можете делать и больше, если можете. Нам осталось еще 4 раза. 4, 3. Так. И еще 2 раза. 2, 1. Теперь потянемся. Мышцы болят? Да.
Ну хорошо. Со спиной мы на сегодня покончили. Можем опять поработать над прессом. Мы сделали это, хорошо. Да, ложимся на спину, ставим одну ногу на другую, руками даем упор и медленно поднимаем ноги над полом. Следите, чтобы ваши плечи не поднимались и ноги не расходились в разные стороны. Вы слышите? Голос дрожит. Это потому, что мышцы живота работают. Да, тяжеловато, но ничего. Так, посмотрим. По правде, я не чувствую особенного напряжения. Зато я чувствую. Больше чувствуется растяжение мышц ноги. Совершенно верно. Вторая причина, по которой мы делаем это упражнение, это растяжка ног. Опять мышцы дрожат. Ну, ничего страшного. Теперь ставь ноги на пол, поднимем бедра на секунду. Так, потянем мышцы поясницы и живота и вернемся в исходное положение. Поменяем ноги и продолжим упражнение. Ставим ногу на колено и поднимаем ноги вверх. Каждый раз, когда вы поднимаете ноги, выдыхайте и делаете вдох. Вот ты чувствуешь? Как? Да, что-то получается. Вот видите, просто надо немного времени, чтобы почувствовать это упражнение. Осталось еще два раза и в другую сторону. Стало тяжело. Вот видите, я говорил вам. Три. Два. И еще раз. Так, еще раз. Хорошо, великолепно. А теперь ставим ноги на пол, руки кладем за голову. Мы будем поднимать корпус вверх, ровно держа плечи, и медленно возвращаться. Поднимаемся и возвращаемся. Когда мы поднимаемся, делаем вдох и выдох. Когда опускаемся вниз, при подъеме делаете вдох, а опускаетесь – выдох. Это упражнение работает над мышцами вашего пресса, как верхнего, так и нижнего. Так, продолжаю работать, причем главное – не количество выполненных сокращений, а их качество. Об этом надо всегда помнить. Так, еще один раз. Ну хорошо, передохни. И последний сет. Мы поднимаем ноги к груди и опускаем вниз. Поднимаем и опускаем. Еще 4 раза. 4 и вниз. 3. 2. И последний раз. 1. Теперь поднимем ненадолго бедра, чтобы потянуть мышцы. Мы закончили этот сет. Хорошо, вернулись в исходное положение, поставили одну ногу на другую, обхватили обеими руками опорную ногу и тянемся к груди. Вы чувствуете напряжение? Как хорошо. А мы кладем ногу на ногу и положим руки на колени обеих ног. Тянемся. Вы должны чувствовать это растяжение. И не надо чересчур усердствовать. Просто потяните ноги к груди. Так, теперь растянем вторую ногу. Кладем ногу на колено. Руками обхватываем опорную ногу и дышим, дышим. Во время растягивающих упражнений обязательно нужно глубоко дышать. Так же, как и во время исполнения всех упражнений. Ставим ноги на пол. Закидываем ногу на ногу, кладем руки на колени и снова тянемся к груди. Ягодичные мышцы и ноги очень устали. Теперь им так хорошо. Теперь, если вы где-нибудь устанете, можете сделать такое упражнение на расслабление. Ну, например, на улице или в супермаркете. Ощущения великолепные. Теперь ставим ноги на пол, садимся на корточки и встаем на мысочки. Сидим так несколько секунд. А теперь ставим пятки на пол. Сначала выпрямляем колени перед тем, как встать. Ощущение потрясающее. Так, опустите руки как можно ниже и медленно. Поднимитесь вверх и так медленно. Не торопимся. Не торопимся. Потихонечку. Встали. Расставили ноги на ширину плеч и вращаем плечами. Еще один раз. И меняем направление. Еще 2 раза. 2 и 1. Так. И снова немного расслабимся. Хорошо. Еще 2 раза. Хорошо. И последний раз.
И закончили. Мы сделали это. Молодец. Спасибо тебе, Майкл. И моя попа тоже благодарит тебя. Вы согласны, Лиди? Это комплимент. Если вы будете так тренироваться каждый день, у вас скоро будет великолепное тело танцовщицы. Без сомнений. Работа над нижней частью тела. С вами снова Кармен и Майкл. Мы переходим к моей любимой части тренировок. Думаю, у Кармен иное мнение. Нам придется серьезно поработать. Мы покажем вам 5 разных упражнений. И начнем мы с самого простого. Мы отставляем одну ногу в сторону и переносим полностью вес на опорную ногу. А теперь медленно приседаем, оставляя назад бедра, и поднимаемся. Еще раз делаем это медленно. Вниз и вверх. Так, и еще раз. А теперь быстрее в темпе вниз и вверх, вниз и вверх. И каждый раз вдох и выдох. Так, хорошо, отлично. 8, 7. И каждый раз не забывайте правильно дышать. И еще раз. 3, 2, 1. Вот, отлично, хорошо. И последний раз. Соедините ноги и идем на месте. Следующее упражнение называется «Перенос веса». Мы будем отставлять ногу, перенося вес тела, центр между ногами и возвращаться в исходное положение. Так, вниз, и собираем ноги вниз, и снова вместе. Вот так. Отлично. Хорошо. Чувствую, как работают ноги, внешние мышцы бедра, плечи. Последние 2 раза. Отлично, хорошо. Так, теперь соединяем ноги и в другую сторону. Вниз, вниз. Так, в этом упражнении также занят и ваш пресс. Ноги после могут трястись, но это нормально. Вдох. Каждый раз приседая, делайте вдох. Как ты там? Ну, еще 4 раза. 4, 3, 2, 1. А теперь посмотри, что я буду делать. Расставляем ноги чуть шире ширины плеч. Бедра и плечи находятся на одной линии, а колени смотрят в направлении восток-запад. Так, мы садимся и поднимаемся. И еще раз. Вниз и вверх. А теперь быстрее, 4 раза. 4. Так, бедра развернуты. На этот раз снова соединяем ноги и двигаемся из стороны в сторону. В сторону и в сторону. В сторону и в сторону. Вниз. Так. Хорошо. И так 7 раз. Не забываем про дыхание. Еще 2 раза. А теперь остановились. Остановились. Так. И качаемся. Я уже на себе чувствую эффект. Вниз, вниз и снова. И последний сет приседаний. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И вместе. Хорошо. Поднимем ноги. Ну, продолжай. Не забывай о дыхании. Теперь подходим к стулу. Мы поработаем над 4-главыми мышцами ног. Сядьте на стул, возьмитесь руками за него, соедините колени и поднимайте ноги вверх. Задержите ненадолго, чтобы мышцы напряглись. И медленно опустите. Так, хорошо, а теперь поработаем в темпе. Поднимаем, держим и опускаем. Поехали, поднимаем, держим и опускаем. Поднимаем, держим и опускаем. Вверх и вниз. И снова вверх и вниз. И еще один сет. 8. 7. Даже я потом покрылся. Хорошее упражнение. Вверх, вниз. Каждый раз выпрямляйте колени. 4. 3. Последние 2 раза. 2. И последний раз. 1. Поставили ноги, теперь садимся на край стула. Хорошо. Положи руки на колени и поднимай пятки. Поднимай вместе с коленями и вниз. Это упражнение развивает мышцы икр. И снова 8, 7. Не забывайте об этом упражнении. И последние 4 раза.
Еще два. И один. Хорошо. И теперь еще одно упражнение, которое работает над задними мышцами бедер и ягодицами. Переходим на пол. Положим ступни на край стула, причем так, чтобы стул не наклонялся к нам. Он должен стоять ровно. Угол сгиба колен должен быть прямым. Ты поняла? Да. А теперь поднимаем бедра и медленно опускаем вниз. Еще раз то же самое. Вверх. И вниз. А теперь быстрее. Хорошо, Кармен? Хорошо. Вверх и вниз. Вверх и вниз. Но если у вас по-настоящему сильные ноги, можете поднять одну ногу вверх. И следите, чтобы стул стоял ровно. Вверх и вниз. Продолжаем. Вверх и вниз. И еще четыре раза. Четыре. Три. Вниз последние два раза. Два. И еще раз. Один. Вниз. Подтянули колени к животу. Поставьте одну ногу на пол, вторую на нее. Обхватите руками опорную и подтяните к груди. Вот покажу тебе последнюю растяжку. Поставь другую ногу. Вторую на колено. Обхвати руками и тяни ноги к груди. При этом упражнение растягивается вот эта сторона бедра. Ну, ты чувствуешь? Да, я чувствую растяжку. Ну, теперь опусти ноги и проделай то же самое с другой стороны. Так, обхватываешь ногу и притягиваешь ноги к груди. Ставь ноги на пол. Давай помогу встать. Так. Теперь снова возвращаемся на стул. Продолжаем растяжку. Когда вы будете делать это упражнение, проследите, чтобы ваши колени были вместе. Не выходили ни вперед, ни назад. Колени должны быть вместе. Подтяните хорошо ваши мышцы. Четыре, три, два, один. Меняем ноги. Хорошая растяжка. Это был наш комплекс упражнений для ног. Он хороший, сильный и эффективный. Как ты себя чувствуешь? Я себя чувствую. Хорошо, спасибо за работу. Работа над прессом. Привет. Сейчас мы покажем вам комплекс упражнений для пресса. Для начала мы поработаем на стуле. Кармен, будь так добра. Садись. Так, спина прямая, ноги вместе. Это основное положение. Руками держитесь крепко за стул. Тебе нравится? Мне нравится это упражнение. Просто сидеть. Да, но придется все-таки еще поработать немного. Теперь медленно поднимайте колени груди и также медленно опускайте вниз. Вы не должны ронять ноги, вы должны медленно их поднимать. А также медленно опускать вверх и медленно вниз, вверх и вниз, вверх и вниз. Все очень просто. Продолжаю работать. Мне легко говорить, я ведь этого не делаю. Так, четыре. Вниз. Если вы можете делать больше, делайте, это ваше право. Ну, продолжай. Не торопись. Вверх. Вниз. И не забывай о дыхании. И последний раз. Теперь переходим на пол. Стул убираем. Руки положи за голову, ноги согни в коленях. Должно быть небольшое расстояние между коленями. Руки за головой. Теперь ты будешь одновременно поднимать вверх бедра и плечи с головой. Так, поехали. Вверх. И вниз. Вверх. И вниз. И снова вниз. Когда вы будете делать это упражнение, все время сжимайте мышцы пресса. Не просто поднимайте ваши плечи и бедра, а именно сжимайте. Сжимайте и расслабляйтесь. Сжимайте и расслабляйтесь. И еще четыре раза. Еще три. Хорошо. Последние два. И один раз. А теперь колени соедини, руки положи вдоль тела и поднимай колени к груди. И назад к себе. Так, и назад. Хорошо. Ну, здорово получается.
Обратите внимание, Кармен не замахивается и не закидывает ноги, а медленно подводит к груди. Вот это правильно. Вы должны помнить, мы работаем над центральной частью вашего пресса. Пресс должен быть под четким контролем. Вас не должно болтать. Так, вниз, еще 4 раза. 4, так, ты дышишь? Ну, хорошо. Осталось всего 2 раза. Ну, ничего. Это все на пользу. Так, и последний раз. Теперь поднимаем ступни ног вверх, так, чтобы они были на одном уровне с коленями. Угол сгиба коленей должен быть прямым. Руки расставляем в стороны и качаем ноги из стороны в сторону. Так, в сторону тянем косую мышцу. Теперь ноги на меня и в другую сторону. Посмотрите, мышцы бедра тоже растягиваются. И возвращаемся в исходное положение. Растягиваем здесь и назад. И самое главное, запомните, вы не должны торопиться. Себя. Двигайтесь с той скоростью, которая будет вам удобна. Вы не должны заставлять себя двигаться. Это главное. Все время ваша поясница должна дотрагиваться до пола. Контролируйте все движения мышцами пресса. Еще 2 раза. И последний раз. Теперь возвращай ноги в исходное положение. Ставь их на пол. Подними ненадолго бедра, потяни мышцы, тебе станет намного лучше. Вы понимаете, о чем я, если вы тренируетесь с нами. Так, теперь что мы будем делать? Кармен, мы должны подняться по ногам, зафиксировать корпус и медленно опускаться с вытянутыми руками. Ты готова? Опять поднимаемся вверх и медленно опускаемся. Чувствуешь? Поднимаемся. Вытягиваем руки и опускаем вниз. Чувствуешь? Так, хорошо. Еще раз поднимаемся. Держимся. Вытянули. Опускаемся. А теперь поставим ступни ближе к бедрам. Сделаем упор руками. И поднимаем колени к груди. Каждый раз, когда вы опускаете ноги, убеждайтесь, что вы дотронулись до пола. Вверх и вниз. Это простое упражнение. Прорабатывает каждый сантиметр вашего пресса. Если вы чувствуете усталость при выполнении этого упражнения, то это замечательно. Это значит, что вы хорошо проработали мышцы пресса. Если не чувствуете, то сделайте 2 сета, и тогда нагрузка будет для вас достаточной. Теперь еще 3 подъема. У тебя хорошо получается. И еще раз. Хорошо. А теперь перевернись на секунду на живот. Ложимся на пол, руки ставим на уровне плеч и медленно поднимаемся вверх на руках. Ваш живот тоже должен приподняться над полом. И опускаемся вниз. Так. И снова вниз. И еще 2 раза. И вниз. И последний раз. Вверх. И садимся на ноги. Тянемся. Хорошо. Очень хорошо. Это был небольшой комплекс упражнений. Если вы вдруг захотите поработать только над вашим прессом, вы можете делать его как днем, так и ночью. Когда бы вы это ни делали, вы будете в прекрасной форме. Здорово. Спасибо. Всегда рад помочь. Работа над верхней частью тела. Этот комплекс самый легкий, но не менее эффективный. Соединяем ладони вместе, колени немного согнуты, локти расставлены, и давим, давим, давим на ладони. Плечи должны быть прямыми. Выдыхаем, когда толкаем. Толкаем, хорошо. Хорошо. А теперь поднимаем ладони. 3. И 1. Опускаем руки вниз и толкаем руки, поднимаем и вверх. И расслабились, снова сжали ладони и толкаем, и вниз. Так, еще 2 раза. Поднимаем, опускаем. Поднимаем, опускаем. Еще раз.
Теперь ставим руки в сторону, только не сжимая пальцы. Поставь их вот так. А теперь давим одной рукой на другую, поднимая их по диагонали. И расслабились. Толкаем по диагонали и вниз. Когда поднимаете руки вверх, следите за осанкой. Доводи руки до моей, вот на эту высоту. Молодец. Так. Держи ровно плечи. Так. Хорошо. Вверх и вниз. Толкаем и вниз. Еще два раза. И меняем сторону. Два. И последний раз меняем направление. Руки на уровне бедра. Так, вниз. Старайтесь правильно распределять силу нажатия и расслабления. И снова поднимаем вверх. Вниз. Четыре раза. Четыре. И вниз. Три. И вниз. Последние два раза, и мы сядем на пол. Еще один раз. Хорошо. Покрутим плечами. Хорошо. Да. Расслабляет. А теперь покрути плечами назад. Я сейчас вернусь. Этот стул для тебя, а это для меня. Присаживайся. Сейчас мы сделаем комплекс упражнений для развития мышц плечевого пояса. Первое упражнение для задней поверхности плеч. Кармен, наклонись, держите грудь ровно, не наклоняйте плеч, спина ровная, ладони разверните внутренней стороной, пальцы смотрят в пол. Вы должны разводить руки в разные стороны, слегка заведите их за плечи и опустите вниз. Итак, вверх и вниз. И еще раз. Вверх. И вниз. Во время этого упражнения работают мышцы спины и плеч. Не разворачивайте руки, они должны быть прямыми. Вверх и вниз. Это очень хорошее упражнение для плечевого пояса. Оно разрабатывает трудно поддающиеся тренировки мышцы, поэтому я вставляю его во все свои тренировки. У тебя хорошо получается. Так, и еще несколько раз. Еще три раза. Хорошо, ты просто молодец. Отлично. Ну, еще раз. Хорошо. Медленно поднимись вверх. Расставь руки в разные стороны. Представь, как будто я сижу на стуле. И делай вот что. Поднимай руки вверх и вниз. И каждый раз, когда вы будете поднимать руки вверх, выдыхайте. И снова. И вверх. И вниз. Вверх. И вниз. И еще два раза. Это упражнение хорошо развивает плечи. Следующее упражнение тоже мне очень нравится. Теперь разверни руки вот так. И теперь толкай руки вверх. Вверх, так. Вверх. И вниз. Хорошо. Ты чувствуешь, как работают твои плечи? После предыдущего упражнения это может показаться вам слишком сложным. Это потому, что ваши плечи получили очень хорошую нагрузку. Эти упражнения очень эффективны. И еще пять раз. Хорошо. Три. Два. И последний раз. Хорошо. Теперь и я сяду на стул. Это упражнение для трицепсов и для плеч. Оно достаточно быстро помогает сформировать красивую линию плеча. Есть два варианта исполнения этого упражнения. Если вам будет так удобнее, вы можете согнуть ноги в коленях. А второй вариант – это прямые ноги, выставленные вперед. Вот теперь спуститесь со стула и садитесь вниз. Не очень удобно. И толкайте себя вверх. Глубокий вдох и выдох. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Только не делайте слишком много повторений, а то потом совсем с пола не встанете. Ну, еще три раза. Хорошо. Два. И последний раз. Ну, теперь присядь на стул, расслабимся. Для этого поднимем руку вверх, положим за голову и другой рукой потянем за локоть. Получается? Мне очень хорошо. Ваш трицепс хорошо расслабится. Опускаем руку и ставим другую руку. Поднимаем руку вверх, кладем за голову и тянем локоть. Это значит, что мы сделали еще один комплекс.
Мы делаем по 6 повторений. Если вы можете делать больше, делайте. Если у вас получается только 2 раза, значит, не мучайте себя. А теперь сделаем упражнение еще раз. Готово? Так, убедись, что тебе удобно в этом положении. Начинаем вниз. И вверх. И еще 5 раз вниз. И вверх. Вниз. И вверх. 3. Вверх. 2 раза. 2. Последний раз. И вверх. Отлично. Теперь мы останемся на стуле, положим руки в таком положении вдоль стула, выпрямим спину и толкаем себя вперед. Таким образом напрягаются наши мышцы. Вот я проверю. Хорошо. И еще раз. Так, 4, 3, 2, и расслабились. Потрясли плечами. Теперь еще 2 раза. Примем исходное положение. Плечи прямые, напрягаем мышцы. Вы должны чувствовать, как напрягаются все ваши мышцы. Спина, плечи, бицепсы, трицепсы, руки. Итак, 4, 3, 2, расслабились, потрясли руками. Ты в порядке? Это я могу делать. Я мало что умею, но это у меня получается. Но какая ты скромная. И последний раз. Приняли исходное положение, руки вдоль тела и начали. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. И расслабились. Сели поглубже на стул. Теперь снова опускаемся к коленям. Возьмитесь руками за задние ножки, если сможете, или за передние, и тяните себя вниз. Между прочим, это очень хорошо расслабляет мышцы. Вот мы сейчас расслабляем мышцы вашей спины. Возьмитесь за стул и расслабьте свои мышцы. И еще несколько секунд. И медленно возвращаемся в исходное положение. И еще одна растяжка. Возьмитесь рукой за плечо, другой за другое плечо, руки прижмите к груди и опустите голову. Растягивайте мышцы. Поднимаемся, меняем руки, опускаем локти и голову. Это был короткий комплекс упражнений для плечевого пояса, который вы можете делать в любое удобное время, чтобы взбодрить себя.